Здравствуйте, дорогие мои. Ну вот, смотрите, мой халатик. Посмотрите, какой он классный. Хочу вам показать вот на себе. Я еще в полный рост покажу. Девчонки, все-таки я сделала себе ворот вот такой коротенький. Мне так что-то больше понравилось. Я сначала воротничок сделала, потом посмотрела, потом думаю, нет, что-то не то. И все-таки вот так вот. Видите, как рукав у него не совсем спущенный. 3/4. Вот, карманы нормальные. Кто-то мне писал, что карманы, ну как, низковато. Нет, отлично, отлично. Я себя уютно чувствую. Я же женщина высокая, и мне классно. В общем, вот так, девочки. Отлично. Так, вот весь рост сейчас еще вам покажу. Так, как встать-то. Девчонки, все отлично. А еще же пояс. С поясом тоже можно. Но я думаю, что пояс не обязательно, да? Хотя тоже можно. Тоже неплохо будет, я думаю, да? Вот так вот. Ну, я слабенько так сделала, знаете. Что-то мне как-то живот, когда стягивает, не очень нравится. Нет, с поясом нет, правда? Хотя может быть, почему нет? Так. Так, показываю во весь рост. Так, вот смотрите. Вот такие вот разрезики. И впереди тоже, видите как. Ну, в принципе, нормально, видите. Это когда идешь, он так вот раздвигается. Ну, отличненько смотрится. Я скажу вам, так как себя снять вот так, наверное. Вот, отличненько. Такой свободненький, можно из пояса. Ну, пояс я, наверное, не хочу. Мне надо, чтобы здесь свободно было. Так, рукав. Нормально, отлично. И тут как-то свободненько. Так, в карманчик. Так, карманы нормально. Видите? Я же высокая девчонка. Все, девочки, показала вам, как я шила. Вот так ворот больше нравится. Когда вот так вот уютно в нем. Он такой, знаете, материал очень такой активный, приятный. Классный. Ну, все. Сейчас мой суженый приедет, поедем в город по делам. Ой, у нас такое солнышко вышло. Чудо просто светит. Ой, такая довольная, мне так нравится. Вообще супер просто получилось. Отлично. Такой материальчик, он приятный-приятный. Это лен, шелк и бамволя. Отлично. Видите, девчонки, под разным ракурсом по-разному получаешься. У меня глажка, я до сих пор еще не могу погладить. Я все откладываю. У меня то одни дела, то вторые дела. Так вот. И постоянно так что-то. А домашняя работа откладывается. Волос, видите, потемнее. Под разным ракурсом по-разному смотришься. Ладёжки у меня там. Ну ничего, это моя рабочая комната. Здесь я делаю свое хобби. Кто не знает, девчонки. Занимаюсь, шью, у меня разных, много хобби, всяких разных. Просто у меня время сейчас не доходит, чтобы реборнов поделать, за украшения взяться. Маникюр надо делать, уже ногти отросли, смотрите, какие. Тоже сама делаю, ну, знает, кто меня смотрит. Ну вот, смотрите, с поясом вроде тоже ничего, сейчас завязалась, думаю, попробую. Да, вроде тоже классно.
Классно тоже. Вот он просто покороче становится, видите? Без пояса он как-то подлиннее, а так вот... Ну, хорошо, хорошо смотрится. Отлично. Хотела сейчас одеть, пойти. И у нас что-то потемнело, дождь, наверное, пойдет, придется переодеться. А так здорово. В общем, довольна, довольна. Приступим. Следующее платьюшко шить. Это отлично. Он даже такой платье-халат, как на каждый день. Вообще такой приличненький. Мне кажется, только он мне полнит немножко. Ну, в принципе, ничего. И карманчики классно. Видите как. Так что, девчонки, шейте. Удовольствие такое, знаете, когда сам шьешь. И когда получается, тогда вообще, знаете, классно. Вот. Пришлось снять свое платье. На улице похолодало, и дочка закапала. Я думаю, что я пойду мокнуть. Одела вот такую. Сейчас подъедет муж, и поедем в магазин. Да, дождик будет. Я что-то вышла, зонт не взяла, но у него зонтик есть. Он едет. Едем в магазин. Одела другую одежду, потому что, ну что, собралась вроде платье, которое сшила, одела. А на улице-то прохладно, и дождик заморосил. И пришлось мне вернуться, переодеться. Ну, ничего страшного. Тут так шумно. Я снимаю, даже закрою окно. Так. Ну да, дождь будет, так нахмурилось все. Это у меня тоже кофточка льняная. Такая удобная, легенькая. Тоже хорошая. Так, у меня тут что-то разошлось. Вообще лен нравится. Я последнее время прямо это, обожаю льняные вещи, вот, именно натуральные. Ну все, платье-халат готовый. Вот так я сделала, вот такие пуговицы, посмотрите. Ну, вот так вот все, классно под пояс. Рукав спущенный, немножко спущенный. В общем, на манекене так смотрится. Будет примерочка еще на мне. Поэтому я вам сейчас просто показываю пока, как это все. Здесь разрезик. И получается низ. Здесь карманчик. Вот. Низ получается... Ой, низ. Перед, то есть. Получается короче. А сзади чуть подлиннее тоже сделала. И все-таки, девчонки, я сначала сделала ворот, да? Потом я его убрала. Мне показалось это как-то немножко, ну, не понравилось. Я все-таки сделала вот так, вот, обработку. И неплохо. И неплохо смотрится. Можно так одну пуговичку расстегнуть, если есть желание. Ну, в общем, как-то так. У нас солнышко прямо радует, радует. Погодка классно. И вот так вот сбоку. Здесь, вот видите, впереди короче получается, а сзади подлиннее. Ну, в общем, вот так как-то. Я работой своей, девчонки, довольна. Увидите, все на мне. Это сзади. Вот так немножко. Ну, все, в целом, отличненько. Можно одевать и гулять. И дома ходить в нем можно. Он такой легенький. Вот. Тут вот так вот все. Я считаю, неплохо. Даже воротничок не надо, знаете. Иногда думаешь так, а когда в процессе работы, в процессе шитья, получается все наоборот, да. И пуговицы хорошо подходят, все прям так. Это неплохо, девочки, неплохо. Я вам скажу, мне нравится. Довольна своей работой, довольна. Так.
Ну, можно теперь просто переступать к другому платью. Вот оно у меня лежит, ждет. Мусор в коробочке, вот это вот. Ну вот, девочки, все, наконец-то закончила. У меня немножечко работа встала с этим платьем, халатом. Ну, тут были немножечко кое-какие неурядицы, проблемки. Но я их все решила, слава богу, все решилось. И можно теперь спокойненько браться за шитье. Рукав 3/4. Так подшила я его. Вот. Так подшитый. Низ тоже у меня так подшито все. Верложено все. Все сделано аккуратненько. Все вот так вот, видите. Так, что еще? Так, надо мне подмести, потому что после шитья вот нитки, да, очень много мусора. Ниточки. Все такое, да, немножечко отутюжила, но можно еще подутюжить. Ничего, ну, довольно, все довольно. Теперь я его примерю и сниму себя в нем, и потом уже буду вам показывать, девочки. Все, все, красота, красота. Нравится, нравится. Можно без поясочка носить, можно с поясом. Пробиваю петельки, вот одну сделала уже, даже две. Вот так вот делаю поперек, как рубашечные такие. Я думаю, что вот так вот, если в длину, это будет не очень. Я думаю, что так лучше будет. Тем более пуговички у меня вот такие вот. Видите, такие вот. Я думаю, что они красиво сюда подходят. Вот такие вот блестящие, красивые пуговицы будут. Я думаю, что да. Здесь петлю пробила, и сейчас буду пробивать другую. Сегодня уже будет халатик мой готовый. Я на себе его вам покажу, засниму все, посмотрите, девчонки. В общем, настроение у меня приподнятое. Жду свой сюрприз, свою интрижку. Скоро все узнаете, девочки. Ждите, ждите. Я сама уже в ожидании своей интрижки, своего сюрпризика. В общем, мой сюрпризик скоро будет меня радовать, и вы увидите, все узнаете, девчонки, все, буду дальше шить. Вот, денечек у нас такой, знаете, такой, ну, и не солнечный, и не такой дождливый, а такой пасмурный, но теплый, теплый, все отлично. Так что, так, сегодня на ужин у меня куриный бульончик с курочкой, вот. Варится, лапочки, там я ее порезала на кусочки. В общем, посмотрю, что я сварю. Может быть, щи, может быть, лапшичку. Наверное, скорее всего, лапшичку. Я давно уже не варила, наверное, так и сделаю. В общем, пускай варится. Вот. Так. Так, ну что, девчонки, я сегодня опять сделала баклажаны свои любимые, посмотрите. С сыром, с помидорами. Вот такая вкуснота будет. Там чесночок еще. В общем, вот сейчас все уберу. Такой ужин будет без мяса. Баклажанчики. Так что мне прямо это понравилось. Понравилось. Я бы вот это каждый день блюдо готовила. Это очень вкусно и полезно. Не знаю, вообще-то, честно говоря, по полезности не знаю. Но вкусно. Очень вкусно. Сейчас духовочку и все.